Так, все, зачистим. Так, что там видно, нет у меня. Так, всем привет. Сегодня мы будем клеить камеру. Камеру с нашего трактора. В прошлый раз на покосе у нас стало спускать колесо переднее. Приехали с покоса, разбортовали, и оказалось, что здесь полоса, и протерла ее, спускать стала камера, протерла диском. Поехали в шиномонтажку. Шиномонтажник посмотрел, говорит, я с простой заплаткой не заклею. Если у вас дома есть вулканизатор, то вулканизатор можно заклеить. Так, камеры, к тому же хотел купить новую камеру. Камера у нас в Муромцево не оказалась. Камера стоит 240 на 508. Камеры, одним словом, не оказалось. Придется клеить камеру своими силами, вулканизатором. Для этого купили такую сырую резину. Толщина 2 мм. Стоит она 95 рублей. Вот такой вот. И будем использовать старый наш вулканизатор. Что из себя он представляет? Деревянная дощечка, 40-ка или 50-ка. Прикручено здесь вот два штыря на болтах, на гайках. Такие вот. Поршень, простой обыкновенный поршень. То есть, как это все будет делать? Сейчас зачистим камеру, зачистим прокладочку. Размягчим это все в бензине, маленькую прокладку наложим, и одним словом будете смотреть в курсе событий, как это все делается. Делаем старинным способом, очень редко сейчас кто так делает, ну практически никто не делает. Так вот. Итак, поехали. Так, для этого нам понадобится, берем маленькую емкость под бензин, наливаем чистый бензин в баночку, в такую. Так вот, это первый этап подготовки. Когда так, потом отрезаем кусочек сырой резины, заплаточку, ту, которую будем прикладывать, отрезаем вот. Так, отрезали. И ложим кусочек этой сырой резины в бензин для того, чтобы это все размокло. Оставляем это все примерно на одну минуту. Так, вот у нас есть здесь секундомер. И засекаем. Так. Сначала она зачищенная. Нифига не зачищенная. Берем, зачищаем прокладочку. Резинку, заплатку зачищаем. Сначала зачищаем, вырезаем ее из камеры. Такой же, которую будем клеить. Ну, не тоньше. Примерно должно и такой же толщины быть. У нас камера газоновская. Будем клеить сейчас. И это с газоновской камеры тоже. Чтобы равномерно было. Приклеивалась. Так, нам нужна также еще будет тряпочка, чтобы все это дело обезжирить камеру, обезжирить эту заплаточку. Так, с печки наготове. Так, теперь следующий этап вот какой. Так, берем нашу камеру,
дырка у нас уже отмечена, дырка у нас уже обезжирена. Где дырочка? Где она? Вот. Ну что, где там? Как узнать? Сейчас найдем дырочку. Где по центру? Так, по центру располагаем это все место, чтобы поршень, когда будем прижимать, был по центру. Еще раз. Зачищаем еще раз на месте. Тут шов прошорханный по шву. И нам порекомендовали в автосервисе высокой температурой. Так вот. Смачиваем бензинчиком эту прокладку. Заплатку. Так. Обезжириваем. Обезжириваем все это дело. Хорошенько убираем лишнюю грязь. Так, сейчас еще раз тряпочку оторву. Окончательно. Так, вот у нас торчит песчаночка, что мы знаем, где дырка. Так, дырку мы потеряли давеча. Так, вытаскиваем, располагаем сырую резину. Ложим прокладочку, ложим газетку, ложим, ставим поршень, не смещая ничего, стараясь не смещать. Так, немножко ушло. Прижимаем. Прижимаем это все дело ключом, гайками с обоих сторон равномерно зажимаем. И так, все это дело зажимаем. Так, у нас приготовлен песочек, обсыпаем все это дело землей. Целях, потому что поршень нагреется, возможно, мы и прольем тут бензин немного. Так, обсыпай. Песочку земли не жалеем, лучше перебздеть, чем недобздеть. Так вот, давай еще. Так, выливаем сюда бензинчик, еще чуть-чуть добавляем. Камера толстая, советская, для того, чтобы прогреть очень хорошо. Так. И поджигаем просто так. Поджигаем. Время 3 часа.
и ждем, когда следим, чтобы это все дело не загорелось, не было ветра, камера не загорелась, газетка не загорелась. Газетку ложим для того, чтобы поршень своей поверхностью не прилип к этой к резиновой заплатке. Смотрим, следим, поршень нагреется, бензин, который мы туда залили, выгорит, потухнет. Снимаешь? Да. Очень важное правило. Нужно не отходить от камеры, когда горит бензин в поршне. Свою молодость так было сожжено мною две камеры. Один раз по неопытности, один раз по неосторожности. На нашем тракторе еще стояла старая резина, только-только мы его собрали, когда на этом прохудилось колесо, приехали клеить, зажгли и буквально там отошли, кто-то что-то позвал нас. Буквально минуту не было. Тут неожиданно поднялся ветер какой-то, огонь перекинулся на камеру, и камера сгорела. Ну, не вся сгорела, там выгорела кусок. Так что вот так вот, друзья мои, осторожность, прежде всего осторожность, не отлучайтесь, кажется, вот вроде бы горит он очень тихо, спокойно, только стоит отвернуться, куда-нибудь отойти, моментом поднимется ветер, и неожиданным образом, возможно, произойдет какое-то возгорание. Так что вот такой совет, следить за процессом заклеивание. Все. А тем временем, пока поршень горит, колесо клеится, Дима у нас сейчас подготовит колесо внутри. Сейчас выгребет оттуда мусор весь. Так, камера у нас заклеилась. Уже тепленький поршень стал. Откручиваем прижимную пластину. Теплый стал, остыл. Рука терпит. Он обычно нагревается, так что взяться нельзя. Так вот. Откручиваем. Так. Убираем. Смотрим, что у нас получилось. Так. Так. Вот такая заплаточка вышла. Вот тут немножко не проэтывалось, не проклеилось. Но у нас вот дырка была здесь. Сейчас мы накачаем камеру и проверим на спускание. На целость. Все? Угу. Так, камера у нас заклеилась. Вставили мы ее покрышку уже и начинаем бортовать колесо. Бортовать будем мы такими монтажками самодельными или заводскими. Вот такими монтажками. Так что так вот. Итак, приступаем. Поехали. Выключаем.